Всем привет! Это «Про утро» на телеканале ОТВ. Просыпаемся! Самое веселое и бодрое утро! Сегодня 5 мая. И это значит... А, собственно, что это значит, Руслан? А это значит, Катя, что мы становимся на один день ближе к лету. И когда я говорю «ближе к лету», наверняка многие из вас представили море, шум прибоя. Но на самом деле, чтобы... оказаться в этом настроении, не нужно никуда уезжать. Я уверен, что летом в Подмосковье ничуть не хуже, чем на Лазурном берегу. Огромное количество фестивалей, концертов, праздников и спортивных мероприятий подготовили организаторы в рамках проекта «Лето в Подмосковье», который охватывает все парковые пространства и учреждения культуры. Катя, у тебя есть уже планы на лето? Знаешь, куда поедешь? Честно, еще не решила. Но есть планы устроить тур с друзьями по Золотому кольцу, ну и, конечно, попутешествовать по нашему региону. А я вот еще пока не решил, куда отправлюсь этим летом. Давай спросим совет у наших жителей. Кстати, дорогие телезрители, присылайте нам свои варианты летнего отдыха в наш телеграм-канал «Про округ». А пока предлагаем посмотреть нашу постоянную рубрику «Про опрос». Эмилия Аракелян задала парочку вопросов нашим горожанам. Одинцовский район, дача на целые 3 месяца. Почему именно дача? Рядом водоем. Можно посадить много всего интересного. И цветочки, и овощи, и все рядышком. Ну, скорее всего, ну, во-первых, планы сначала с работы разобраться, а потом уже поехать по возможности постараться реализовать поездку в Крым. Вот, есть там знакомые, которые нас очень ждут уже не первый год, приглашают, зовут, и вот, собственно, машинное, так скажем, автомобильное путешествие никто не отменял. А куда сами бы, может быть, посоветовали поехать? Посоветовали бы поехать, мне кажется, что-нибудь куда-нибудь на Алтай или Байкал. Сама очень туда хочу поехать, собственно, и людям бы посоветовала тоже туда съездить. Как вы считаете, где можно провести хорошо время летом? Конечно, на Лазутенке. А почему? Потому что у нас тут очень хорошо. Можно тут отдохнуть, можно вкусно тут покушать, можно спортом заниматься. А где же еще? Мои планы на это лето. Я планирую в Турцию съездить. Вот 6 мая откроются рейсы. Также планирую съездить, слетать на Алтай. И еще покоритель Эльбрус. Ничего себе, прям много планов у вас на это лето. Да. А куда бы, может быть, вы посоветовали поехать? Ну, это зависит от интересов человека, то есть от желаний. Я бы посоветовал по России путешествовать. Много интересных мест, которые нужно посетить и которые многие не видели. Я думаю, что я буду проводить вот где-то так же, как я вот сегодня. Например, где-то ходить сюда в парк. Еще куда-то ездить. Начало лета мы проведем в Турции, поедем с семьей на месяц в Аланию, а оставшиеся 2 месяца мы проведем на даче. А почему именно Турция? Ну, она доступна, и вообще мы это запланировали еще осенью. Только Сочи. Почему именно туда? Патриоты. Ну, наверное, да, если отдыхать в Сочи. Какие интересные варианты. Кудыкина гора. Часто можно услышать выражение «на Кудыкину гору». Как ни странно, это реально существующее место в Московской области. Оно получило свое название благодаря 2 соседним деревням – Кудыкина и Гора. Главная достопримечательность Кудыкиной горы – храм Рождества Пресвятой Богородицы, который был построен во второй половине 19 века. Водопад Гремячий. Гремячий получил свое название из-за сильных водяных потоков, стекающих по склонам горы. Источнику почти 600 лет. По преданию, он возник благодаря молитве Сергея Радонежского во время его путешествия из Троицы в Киржач. Температура воды круглый год плюс 4 градуса. Песчаные дюны в Сычево. Фантастический пейзаж представляет глазам редкого посетителя этого удивительного места. Огромное пространство покрыто золотым песком. Нечасто встречающиеся карликовые растения. Поразительное сходство с пустыней. Летом на песчаных дюнах можно увидеть необычные явления. Сноубордисты покоряют песчаные холмы. Руслан, а ты веришь в потусторонние силы? Нет, Катя, я верю только в научные факты. Но тогда тебе точно нужно включить этот объект в свой туристический маршрут. Какой?
А город-призрак под Фирсановкой. Это место представляет собой средневековый город, который поражает своей натуралистичностью. Узкие и кривые улочки, старинные жилые дома, рыночная площадь с городской ратушей, эшафот и тюрьма. На самом деле это декорации, которые остались от съемок сериала «Записки экспедитора тайной канцелярии» и имитируют Выборг 18 века. Да, действительно интересно. Я думаю, когда-нибудь я туда доеду. А среди наших подписчиков самые популярные туристические места оказались наши любимые города. Это Звенигород, Коломна, Истра, Дмитров и Архангельская. Направление выбрано. Осталось дождаться отпуска, собрать чемодан и отправиться в увлекательное путешествие. Что может быть лучше? Лучше может быть только гороскоп. Что скажут звезды, узнаем прямо сейчас. Начало дня благоприятно. Это время новых идей и смелых планов, которые вскоре удастся осуществить. Очень полезно прислушиваться к интуиции. Ее подсказки оказываются точными. Легко завязываются знакомства. Люди, у которых много общего, быстро проникаются симпатией друг к другу. Во второй половине дня могут появиться поводы для волнений. Часто их причина – семейные разногласия, связанные с финансовыми или имущественными вопросами. Найти компромисс – нелегко, но все же возможно. 5 мая овнам нелегко будет понять, что действительно имеет значение, а что только кажется важным. Могут возникать мелкие, но неприятные проблемы. Постарайтесь найти их решение. Вечером будет шанс получить какие-то полезные советы. Тельцы. Начало дня будет сложным. Не всегда удается сохранить спокойствие, часто вы раздражаетесь из-за мелочей, на которые в другое время не обратили внимания. В это время лучше не делать крупных покупок, вторая половина дня более благоприятна. Становится легче достичь желаемых целей. Утром у близнецов возможны мелкие трудности и недоразумения. В это время нелегко будет противостоять соблазнам. Но со временем усиливается влияние позитивных тенденций, открываются новые возможности и появляются интересные дела. Рак. День сложится непросто. Со многими проблемами, которые он приносит, можно справиться быстрее, если подойти к ним творчески. Но у вас порой недостаточно энергии для этого. В конце дня раков ждут хорошие новости. Львы. Важные дела лучше не откладывать. Первая половина дня будет плодотворнее и удачнее второй. Это касается и обсуждения серьезных вопросов. Чем раньше вы к нему приступите, тем больше шансов быстро договориться. Неожиданные события второй половины дня заставят вас изменить свои планы. 5 мая – неплохой день для дев. Вы сможете провести его приятно, получить удовольствие от общения со старыми друзьями и новыми знакомыми, которые окажутся очень интересными людьми. Но не исключены мелкие недоразумения. Не огорчайтесь, если что-то идет не так, как ожидалось. Даже если придется менять планы, это пойдет только на пользу. Для весов день довольно сложный. Вы нетерпеливы, стараетесь как можно быстрее достичь успеха, а это не всегда возможно. Лучше не торопиться, дайте себе время изучить и обдумать сложившуюся ситуацию. Не исключено, что вы увидите возможности, которых раньше не замечали. Скорпионы 5 мая настроены решительно. Вы готовы на многое, чтобы преодолеть трудности и получить то, к чему давно стремились. Вашу инициативу наверняка поддержат, а идеи, которыми вы поделитесь, многим придутся по душе. Возможны неожиданные визиты, вы будете рады гостям. Для стрельцов легкий и удачный день. Со стороны может казаться, что вам просто очень везет, но дело в том, что вы быстро ориентируетесь в ситуации, принимаете верные решения, замечаете то, чего не видят другие. Можно браться за сложные дела, вы наверняка хорошо справитесь с ними. Пригодится опыт и знания, полученные раньше. Ваши советы многим позволят избежать ошибок. Козерог. Что бы ни происходило, сохраняйте уверенность в своих делах и не волнуйтесь по пустякам. Сосредоточьтесь на важных делах и доведите их до конца. Не исключены денежные поступления, в том числе неожиданные. Старые друзья могут предложить что-то интересное. 5 мая у водолеев все получается, хоть и не без труда. В этот день лучше руководствоваться собственным здравым смыслом, поскольку советы окружающих могут оказаться вредными. Вы лучше других знаете, каких целей хотите добиться и на что готовы ради этого. Это благоприятный день для общения с любимым человеком. Вы можете рассчитывать на его понимание и поддержку.
рыбы. Этот день стоит посвятить интересным и полезным занятиям. Вы сможете сделать много хорошего не только для себя, но и для близких. Будет возможность познакомиться с необычными людьми. Общение с ними многому научит вас. Поможет по-новому взглянуть на привычные вещи. Во второй половине дня можно пройтись по магазинам. Есть шанс сделать очень удачные покупки. Катя, а ты знаешь, какой сегодня день? Сегодня, между прочим, Международный день борьбы за права инвалидов. История этого дня берет свое начало 5 мая 1992 года, когда инвалиды из 17 стран одновременно провели первый общеевропейский день борьбы за равноправие. Кроме этого, 5 мая в мире отмечают Международный день акушерки. В Белоруссии отмечают День печати, в Киргизии – День конституции, в Южной Корее – День детей. А что празднуют в России? Ежегодно 5 мая в России отмечают День водолаза. Именно в этот день, в 1882 году, по указу императора Александра III, в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. Также в этот день в России свой профессиональный праздник отмечают шифровальщики. Руслан, а ты знаешь, что 5 мая 1581 года в городе Острог вышел первый печатный восточнославянский календарь Ивана Федорова, а в 1764 году по указу императрицы Екатерины II было основано воспитательное общество благородных девиц и Смольный институт. В 1912 году вышел первый номер газеты «Правда». Моя любимая газета. Да, серьезно, я не знала. Еще одна важная дата в истории России. В 1945 году немецкие войска капитулировали в Голландии. А в 1992 году, 5 мая, крымский парламент провозгласил независимость Крыма и назначил на август референдум о подтверждении этого статуса. Кстати, по результатам опроса сервиса Superjob, 78% опрошенных назвали личным праздником 9 мая. В преддверии Дня Победы мы поговорили с горожанами и узнали, какое место в их сердце занимает этот праздник. Рубрика «Про опрос». Всем привет! С вами рубрика «Про опрос». О традиционном шествии бессмертного полка сегодня знают, наверное, все. А вот кто из одинцовцев собирается принять участие, узнаем в нашем сегодняшнем выпуске. Все-таки это достаточно великая вещь в нашей стране, бессмертный полк. Часто его по телевизору видишь, в твоем городе часто идет. Это как бы тяжело его не заметить. У меня есть дедушка, прапрадедушка, который участвовал в Великой Отечественной войне. Но мне последний раз о нем рассказывали, когда мне было 5 лет. Прям помню, мы забрались за столом, я спросила, а чья эта фотография висит на стене вместе со всеми родственниками, и мне рассказали. Но я особо ничего не помню. У меня свекровь воевала, она была летчицей. 17 лет ее забрали на фронт Платонову Антонину Николаевну. И она воевала. Было много наград, но, к сожалению, ее уже нет. Она ушла в иной мир, значит, в 2001 году. Ну, еще дедушка у меня воевал, но это вообще было давно. У меня с 1889 года Австро-Венгерская война. Для Одинцова День Победы – особый праздник. Здесь проходила линия обороны Москвы. Именно здесь удалось сдержать противника и дать ему первый весомый отпор. И именно здесь, по инициативе главы округа Андрея Иванова, 8 лет назад был дан старт патриотической эстафете «Салют Победе». В этом году акция посвящена городу-герою Туле. Давайте посмотрим, как проходит эстафета «Салют Победе».
Руслан, у нас в студии необычные гости, точнее семья. Это музыкальная семья Петровых. Юлия и Сергей, доброе утро. Привет, здравствуйте. Есения. Здравствуйте. Расскажите, как ваше настроение, как началось ваше утро? Бодро. Бодро. Весело, отлично, спасибо. Ну, вроде как и каждый день. Солнечно, бодро и весело. Буднично. Вы рано встаете обычно? Ну, не сказать, очень. Чтобы прямо рано. Не очень рано, потому что работа связана с вечерними репетициями, и занятия в детском коллективе также проходят в музыкальной школе после обеда, после общеобразовательной школы. Поэтому... Есть возможность немножко... Ну, не то, что нет, есть возможность, а так получается, что расписание вечернее занятия и работы, и Есенька в том числе посещает занятия, и ложится поздно, поэтому мы ей даем немножечко утром поспать подольше. Отдохнуть. Ну да. И потом перед каждым тяжелым творческим днем надо хорошенько выспаться. Самое главное – сон. Да. Правильно? Да. Ребята, я знаю, что вы пришли не с пустыми руками. Будет песня? Обязательно. Конечно. Потому что мы всем хотим пожелать доброе утро! Что же у нас ранешенька на дворе? Ой, на дворе, на дворе, ой, на дворе, на дворе. Щебетала ласточка на заре, щебетала ласточка на заре. Ой, на зоре, да на заре, ой, на зоре, да на заре. Браво! Отличная песня. Я думаю, после такого у всех будет хорошее утро сегодня. Мы постарались. Да, точно. Желаем. Ребята, в конце апреля у вашего коллектива был отчетный концерт. Давайте посмотрим, как это было. Разноголосие народных песен в исполнении ребят из образцового театра «Теремок». На сцене Дома культура «Солнечный» они сегодня самые маленькие гости. Показали настоящее театрализованное представление. Полина Модестова, одна из участниц, вспоминает, что когда-то именно такие яркие выступления и привлекли ее в этот коллектив. Понравились, конечно же, костюмы, потому что они такие красочные и, ну, очень привлекает. Еще песни сами по себе такие веселые, позитивные, постановки интересные по содержанию, вот. И мне захотелось в этом поучаствовать. Теперь ребята выступают на одной сцене вместе со взрослыми. На концерте «Околица собирает друзей» прозвучали народные, патриотические, казачьи песни нескольких фольклорных коллективов нашего округа. Почетными гостями стали ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Мальчевский. Они уверены, пока звучат по-настоящему русские песни и существуют такие коллективы, наши традиции и история будут сохраняться. Было очень здорово и задорно. Расскажите о своих коллективах. Спасибо. У нас сейчас самый главный проект, последний, который мы пытаемся представить публике нашего города, это так называемый «Одинцовский слон». Что это и кто это? «Одинцовский слон» – это аббревиатура «Сводный любительский одинцовский народный хор», в который входит несколько коллективов от мала до велика. Начнем с самого молодого коллектива. Это образцовый коллектив Московской области, театр народной песни «Теремок», коллектив Одинцовской детской школы искусств классика. Руководитель у нас Юлия Николаевна Потапова и художественный руководитель и создатель этого коллектива Сергей Владимирович Петров. Да. И концертмейстер. А самый молодой взрослый коллектив – это у нас фолк-артель «Петров день». Это коллектив театрального центра «Жаворонки». Нам всего лишь один год, но ребята настолько благодарны, что сами придумали название этому коллективу. В честь меня. Отчетный концерт проходил у нас на базе городского дома культуры «Солнечный». Это хор русской песни «Околица» под руководством Юлии Николаевны Потаповой. Кстати, тоже. Год всего лишь работаю я с этим коллективом, да, он появился у нас в феврале прошлого года. И все участники нашего слона отметили потрясающую работу Юлии Николаевны, потому что хор русской песни «Околица» звучал совершенно новыми звуками и показал совершенно яркую и насыщенную программу.
Со слов зрителей, хор очень изменился в своем звучании, немножечко обновился репертуар. Коллектив существует давно, но вот со мной всего лишь годик. И не сказал еще об одном коллективе, который входит в состав «Одинцовского слона». Это народный коллектив Московской области под руководством Сергея Петрова. Ансамбль народной песни «Заряночка» из сельского поселения, даже не из сельского, наверное, из поселка Назарево. Я не сказал еще об одном коллективе, который входит в состав «Одинцовского слона». Это народный коллектив Московской области под руководством Сергея Петрова. Ансамбль народной песни «Заряночка» — это коллектив культурно-спортивного комплекса «Назаревский». Никогда бы не подумал, что «Одинцовский слон» — это настолько интересно может быть. Действительно. Очень интересное название. Вот, кстати, приглашаю вас 19 мая на базе культурно-спортивного комплекса «Назаревский». У нас будет очередная концертная программа с участием «Одинцовского слона». Поэтому 19.05 в 19.05 мы ждем вас в гости. Спасибо. Я думаю, мы с Катей обязательно придем. Спасибо за приглашение. Было бы здорово. Спасибо. Столько всего вы рассказали, столько дел вы успеваете делать. Не могу не спросить, как вам удается совмещать работу и семейную жизнь. Есть какой-то секрет у вас, может быть? Да, секрет очень прост на самом деле. Когда работа приносит радость, и ты сам живешь на этой работе, когда ты сам торопишься на эту работу, когда на этой работе тебя ждут, любят и верят в тебя, то и жизнь с работой как-то не особо пересекаются и не особо сливаются, потому что жизнь и работа – это одно большое целое. Но, думаю, Юлия Николаевна про семейную жизнь и работу скажет побольше, потому что вот у нас растет маленькая звездочка Есения Сергеевна. Она у нас посещает множество кружковых образований. Может, Юлия Николаевна расскажет подробнее? Конечно, будет интересно. Есенька, да. Иногда мне кажется, что она вынуждена посещать эти занятия. Вот. Но что-то очень-очень ей нравится. Она занимается у нас в театральной студии, она у нас рисует, лепит, клеит, ходит на творчество, ходит еще в танцевальный кружок, который не связан с народной музыкой. Ну и, конечно, основные занятия в образцовом коллективе театра народной песни «Теремок». Столько много. Да, у нас очень много дел. Так получается, что работа и дом совмещены, и вот вы спрашивали, как да, удается. Да. Мне кажется, просто нет разделения, потому что возрастные коллективы, хоры и ансамбли, да, кроме «Теремка», это все люди, ну так скажем, 35+. Потому что у нас разновозрастные коллективы. Mm-hmm. И они для нас как одна большая семья. Это... И вот эти концерты наши сводные, смешанные, сборные, они еще больше нас объединяют, они еще больше нас роднят, сплачивают. Мы приглашаем всегда на концертах зрителей из зала. Если кто-то хочет петь народные песни, приходите, потому что коллективы самодеятельные, там нет профессионалов. И я бы хотел добавить, если можно, мы всегда ждем все любительские и творческие коллективы в состав сводного любительского Одинцовского народного хора. Так, ну я думаю, мы с Русланом точно к вам придем. Было бы здорово. Приходите. Да, осталось научиться петь. Мы вас научим. Отлично. И танцевать. Заместитель директора в культурно-спортивном комплексе «Назаревский», я его заразил так народной песней, что, посещая мои репетиции, он сам военный штатный, правда, в отставке сейчас, и он сказал, что Петров может и табуретку научить петь, поэтому ждем всех желающих. Это уже крылатая фраза среди участников хора. Сегодня утро у наших зрителей начинается с песни в исполнении Сергея Петрова и Юли Потаповой. Ребята, жгите! Ты позволь, позволь, хозяйка, в ногу горенку войти. Ты позволь, позволь, хозяйка, в ногу горенку войти. Ой, калина, ой, малина, черная смородина. 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 Браво! Да, мне кажется, да, вообще спасибо очень огромное здорово. Вам, ребята, за такой заряд бодрости и позитива. И в завершении интервью ваши пожелания телезрителям.
Дорогие одинцовцы, мирного неба над головой и приятных майских выходных. Счастья, здоровья и любви всем. На нашем-то хозяева много лет дожить, много лет дожить, жить и не тужить. Чтобы вам пилось, елось, чтобы все у вас вертелось, чтобы Бог вам давал и во всем помогал. Здорово, спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Вы смотрите «Про утро» на телеканале ОТВ. Просыпайтесь! Руслан, я предлагаю, чтобы наши телезрители окончательно проснулись, присоединиться к нашему эксперту. Рубрика «Про спорт». Сегодня мы с вами выполним мини-зарядку на каждый день. Ноги на ширине плеч, руки на пояс. Упражнение на дыхание. Дышим грудным отделом, раскрываемся. Вдох. И выдох, локти уходят вперед. Вдох через нос, выдох через рот. Вдох, выдох. Не забываем улыбаться. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще вдох, выдох. И на вдохе расправить плечи. Отлично, хорошо, молодцы, улыбаемся. Руки вперед, круговые вращения. Руками ноги также остаются. Вперед. Раз, два, три, четыре. Выполняем упражнение без резких движений. Пять, шесть. Движение назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Еще глубокий вдох. Встаем на носки, потянемся за макушкой вверх и на выдохе вниз. Еще раз вдох. Выдох. Еще упражнение на дыхание. Две руки поднимаем вверх, наполняем грудь воздухом. Правую, левую ногу чередуем назад, прогибаемся в пояснице. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Хорошо. Из этого положения наклоны вправо-влево. Тянемся за рукой. Раз, два, середина. Три, четыре. Раз, два. Без резких движений. Три, четыре. Раз, два. Тянемся дальше. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Отлично. Следующее упражнение. Немножко растянем мышцы. Левая рука к себе, правая под локоть. Тянем плечо. Плечо стараемся не поднимать. Уходим больше в сторону. Можно добавить медленные маленькие движения на себя руку. Четыре, три, два, один. И зафиксировать, потянуть. Хорошо, опустим вниз, немножко встряхнем руки. Меняем, вторая рука к себе. Медленные движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И зафиксируйте. Восемь. Плечо стараемся опустить. Опустим руки. Немножечко встряхнем. Левая рука уходит за голову. Правая рука на локоть. Слегка надавливая на локоть, уходим. Тянем руку вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И зафиксировать в крайней точке. Немножко потянем мышцы. Отлично. Меняем. Вторая рука. Также за голову. Локоть. Опустим вниз. Слегка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Точка. Отлично.
немножечко встряхнем. Маленький мини-комплекс для верхней конечности. Руки наверху, на плечи. И поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Хорошо, молодцы, немножко встряхнем руки. Следующий комплекс для всех мышц тела. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. И еще раз вместе, уже немного побыстрее. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Отлично. Встряхнем руки в ноги. Восстановим дыхание. Руки за голову. Вдох. Локти назад. Стараемся потянуться. И на выдохе собираемся. Округляем спину. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще четыре. Три, два, один. Хорошо, отлично. Следующее упражнение. Просто выпады вперед выполняем. Также без резких движений аккуратненько ставим ногу вперед. Руки ставим на колени. И движение вперед. Раз, два. Глубоко не уходим. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично, собираемся. Меняем вторая нога. Также вперед, не глубоко. Руки на колено. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующее упражнение выполняем у стены. Встаем, у нас соприкасаются все точки: пятки, ягодицы, лопатки, затылок. Встаем ровно, втягиваем живот, пресс напряжен, ладони также прилипают к стене. И стоим в этом положении секунд 30, дыша спокойно, вдох через нос, выдох через рот. Ровно, не сбивая. Вдох, выдох. Добавляем движение рук. При этом ни одна точка у нас от стены не отходит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Полностью. И медленно опускаем вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Руки в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Можно сделать еще после занятия, еще продолжить немножечко, постоять у стены, чтобы осанка у нас была красивая. Следующее упражнение. Также встаем. Можно придерживаться за стену или за стул, что у вас рядом. Захлест голени назад. Тянется передняя часть бедра. Колено смотрит вниз. Спина прямая. Растягиваем. Дыхание восстанавливаем спокойно. Отлично. И меняем также
вторая нога. Отлично. Ноги немножко встряхнем. На этом наше занятие закончено. Спасибо большое за внимание. Будьте здоровы. Правая, левая рука. Похлопаем сами себе. Молодцы. До встречи. Отлично размялись. На улице весна, природа оживает и появляются первые цветы. Первые цветы появились не только на улице, но и в мастерской Полины Баховой. Рубрика «Про творчество». Здравствуйте! В эфире программа «Про творчество». С вами Полина Бахова. Сегодня у нас в гостях художница Ольга Портнягина. Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте! И мы будем учиться рисовать, изображать пейзаж. Да, мы сегодня нарисуем достаточно простой пейзаж. Из материалов у нас карандаш, ластик. Кисти. Кисти плоские для гуаши. Палитра и краски. Итак, с чего мы начинаем? С основы, да? Да, мы начинаем с того, что мы делаем набросок, да? И я вот в листе делаю такую как бы линию, да, на которой у меня будет мой основной объект расположен. Линия горизонта. Ну, в данном случае у меня будет цветущий миндаль в горах, поэтому будет не совсем горизонт, а скорее гора, да, склон. Вот, плюс я еще хочу сделать на фоне какие-то склоны. Вот такие. Вот. И на небе мне хочется какие-то небольшие нарисовать облака. Вот. Я даю такой легкий контур облакам. И дальше само дерево. Поскольку я хочу сделать его таким старым, стебель я ему изображу неровным, таким покосившимся немножко, искривленным. И то, что характерно именно деревьям, которые в горах растут, это то, что у них не высокий размер самого дерева, абсолютно такая небольшая крона, но раскидистая. Вот такое дерево я сейчас нарисую и перехожу уже к краскам. И начну я с неба. Я выкладываю на палитру белую гуашь и добавляю к ней небольшое количество синего. Я делаю достаточно светлый цвет голубого неба, потому что оно у меня будет граничить с цветом гор. Вот. И чтобы горы мои не сливались с небом, я должна буду небо сделать максимально светлым. Потому что если я сделаю одинаковый по тону, но разные по цвету неба и горы, они просто все равно сольются. Поэтому здесь у нас такая должна быть тоновая разница, очень значительная. И прям толстой кистью мы... Да, толстой, плоской кистью, именно плоской, да, начинаем вот так прокрывать почти весь лист. Такими размашистыми движениями я просто прокрываю лист. Именно горизонтальными мазками, потому что все, что касается неба и травы, то есть горизонтальных поверхностей, да, мазки должны быть исключительно горизонтальные. И вообще у нас живописные работы, они все идут по форме объекта. То есть в данном случае склон я буду раскрашивать по форме склона. Склона. Да, то есть уже немного по диагонали. И просто сейчас размашу. Можно я чуть-чуть попробую, прямо как работать плоской кистью? Да, то есть это как сродни, как масло на хлеб намазывать. То есть нам нужно красочку аккуратно, ровным слоем. И облако оставляете? Да, и облачко оставляете. Достаточно, да? Да. Дальше попробуйте. Да. Да, вот тут я немножко закрою бумагу, да, которая у нас немножко проступает. Так, а дальше я добавлю просто сделаю такой очень бледно-голубой. И сейчас я буду делать этим цветом облако. То есть считается, что облака белые, но на самом деле, если мы на них посмотрим, они не белые. Вообще белых объектов не бывает. То есть это всегда, они в себе содержат какие-то оттенки. Пусть небольшие, легкие, но там всегда присутствует какой-то оттенок. Поэтому в данном случае облако я начну делать вот таким вот, каким-то таким бледно-голубым. Оно у меня будет кудрявое. Воздушное. То есть я ему делаю такие нечеткие края. У него всегда будет горизонтальный низ и какая-то такая немного кучерявая поверхность. Вот.
И мне хочется, например, вот здесь сделать еще одно облако. Угу. Да? И как мы знаем, чем ближе к горизонту облака, тем они меньше. Угу. Чем они выше от горизонта, тем дальше больше, от горизонта, да? Да, тем они больше. То есть здесь такое правило перспективы работает, потому что облако, приближаясь к нам, оно увеличивается. Угу. Да? Объект, удаляясь от нас, он становится маленьким. Вот, да? Здесь я, например, вообще какие-то такие облачка прям сделаю. Пускай они там будут. Что-то такое будет на горизонте. Вот. А вот теперь я этому облаку и наношу кое-куда немного белый цвет. Кое-куда, чуть-чуть. То есть облако у меня не все белое, а лишь фрагментарно белое. Оттенки, да? Да. То есть я ему сохраняю вот этот светлый оттеночек. То же самое здесь, да? Вот тут лишь немножко на макушечке я ему белый цвет поддам. Все. Вот такие у меня получаются облака. А дальше я буду готовить цвет гор немножко сиреневатого оттенка. Вот. Это касается всего. Если вы посмотрите, например, на лес, который находится на линии горизонта, он не будет никогда ярко-зеленый. Он всегда будет немножко синеватый, сиреневатый, такой фиолетово-серый. Сейчас я подберу оттенок определенный. Используем красную краску, синюю. Совершенно верно. Синюю красную красочку, и это нам должно дать фиолетовый цвет. Я сейчас начинаю с ближней горы и делаю ей поверхность, ну, достаточно такую, не идеально ровную, потому что это все-таки гора, да? И, ну, бывает, где-то какие-то выступы будут у нее. Вот, а этот цвет уже будет гораздо светлее, потому что эта гора будет гораздо дальше. И вот так я тоже ее немножко делаю. Да, неровную какую-то ей такую поверхность. И распределяю краску. И теперь я перехожу склону, к основному, да, который у нас... Да, к склону, который... Самый ближний. Да, совершенно верно. И сейчас у меня будет ближний план. Вот тут, ой, какой прямо сочный, такой красивый. Очень. Но мне хочется передний план чуть-чуть сделать поинтересней, и я белый берем. Добавлю белый, да, и сделаю немножко такую разницу тонов. Я начну с достаточно светлого такого оттеночка. Это еще, конечно, не конечная трава, но вот я здесь добавляю более яркий цвет. И видите, у меня сразу ощущение дали, что там трава уходит вдаль. То есть, что у меня дерево, в общем-то, не на обрыве растет, а оно, ну, как бы среди склона именно. Тут у меня чуть другой оттенок появился, но это мне не портит работу. Я его оставляю таким, какой он есть. Прям склон получился. Да, получается склон. Но мне хочется, чтобы получилась не газонная трава, как сейчас, а все-таки, чтобы она была естественная. Не хочу делать его таким ярким. Приглушу его белым цветом. И вот так вот, такими вот движениями. В принципе, даже толстой плоской кистью, да, можно сделать вот такие тоненькие травиночки. И вот так я ее кое-где. И причем не просто, да, там, а именно стараюсь сделать как бы такой неровный, да, видите, как она у меня прям, как будто ее чуть-чуть немножко на ветру, вот чуть-чуть как да, бы. Да, ветерок, и она. Ковышет ее, и она вот прям совсем такая неровненькая. Это еще не конец, то есть нам нужно обязательно добавить какого-то света. И вот сейчас я беру практически очень такой светлый цвет. И вот уже им буду делать отдельные травинки. Во всех объектах как темные цвета присутствуют, так и светлые. Вот я сейчас обязательно поверху. Вот она начинает немножко сливаться, но я все равно его положу. Вот заканчиваю с травкой. Делаю ее такой вот просто даже местами прям какой-то летящий. Это ничего страшного. Все, и завершаю. И теперь мне нужно сделать это дерево. Дерево я буду делать коричневым цветом. Но вот этот коричневый, он достаточно такой, как бы яркий, да? Вот, и немного напоминает цвет какого-то пластика коричневого. Вот, поэтому мы его сейчас будем давать ему оттенок. Я, например, хочу дать оттенок вот прям этот же, который я использовала. Как горы, да? В горах, да. Видите, вот эта вот пластиковая, вот эта вот яркость, она сразу начинает гаситься, уходить начинает. И вот какой красивый такой коричневый создается. Да, совершенно другой. Вот. И этим цветом я создаю дерево. Ну, прикидываю, да, что оно у меня будет где-то в середине листа. И хочу его сделать прям наклоненным, таким скривленным. И вот так вот. Немножко я его кое-где спрячу в травку, ему в стволик. Вообще горным каким-то
растениям свойственно иметь вот эту форму, угу, неровную, прямую, а именно какую-то склоненную, потому что это погодные условия, природные условия, да, угу, так на них влияют, и они таким образом приспосабливаются к этим условиям, да. Угу. Так. И хочу ему сделать крону немножко такую, как бы, расширенную. Вот. И вот так вот я ее вывожу. Всегда делаю то, что касается суков, всегда делаю это всегда тонко. Потому что увеличить я всегда успею. Угу. А вот сделать тоньше уже не получится. Светлая часть у меня будет вот здесь. И как, смотрите, как я наношу свет, да? Угу. Не ровной линии, а тоже как будто кору такую, угу, некую, да, рисую, создаю. Вот немножко я ее создала. Угу. И, соответственно, по теневой части дерева я должна пройтись темным цветом. И вот этим черненьким немножко здесь пройдусь. Немножко. Угу. И вот у меня уже какая-то разница появилась в тонах. И теперь я ему рисую цветы. Цветы тоже мы не можем нарисовать одним цветом и тоном, угу, потому что у нас всегда это множество тонов. То, что внизу на заднем плане, да, оно всегда будет темное. Вот, в данном случае мы делаем самые темно-розовые цветы. Смотрите, Полин, у нас так все деревья устроены, вообще все любые деревья, что у них скопление листвы, да, как, угу, в данном случае и цветочков, будет располагаться вот тут вот, угу, как ободком таким. Я их сейчас буду делать просто обыкновенными точечками такими. Ну и поскольку у нас еще нет листвы на нашем миндале, только цветы, цветы, тем более у нас будет очень много неба. Ну, вот такое, угу, у нас дерево. А теперь делаем более бледный цвет. Да, более бледный, но мне не хочется пока делать сильно розовый, мы пока сделаем средний такой розовый. Угу. Вот. А финальным этапом это уже все, да, почти белые цветы, почти белые. И вот теперь уже мы как бы точечно делаем вот эти вот цветочки. Поверх. Вообще то, что мы рисуем, оно очень влияет на наше состояние, настроение. Угу. Вы уже, Полин, тут старайтесь маленькие такие точечки. А, вот здесь наверху, да? Да. Ну, как бы поставили и поставили, но лучше, ага, как бы тут, да. Это мы на подложку делали, там, вот как бы, да. Вот, понятно. То здесь вот именно уже так вот, угу, стараемся такими точками. Малюсенькие. Да, потому что их прям будет видно. Вот. Угу. И вот мы их делаем. Угу. Все, что создано природой, это все очень-очень всегда красиво. Да. Идеально. Мне вообще кажется, это да. Вот, вот точное слово, угу, идеально. Да. И последний мы с вами штришочек сделаем. Мы должны показать, что у нас облетают эти цветочки и ложатся куда? Под дерево, да, под дерево. И вот так вот, тут еще более тоненькие такие делаем лепесточки, прям совсем как вот такие крошечки такие вот. И вот прям вот много-много-много-много-много. Да, Полин, делать. Вот, они прям нападали сюда в травку, лежат такие красивые, еще живые, свежие такие. Mm-hmm. Вот, да, вот, вот так вот они у нас тут нападали, да, чуть-чуть. Отнесло их ветром. Да. Вот. Итак, у нас с Ольгой получилось вот такое миндальное дерево. И мы узнали не только, как его рисовать, но лично для меня было открытием, что оно вот такое удивительно красивое, так необыкновенно цветет. Мне кажется, наша картина даже ароматы с вами передает этого дерева, да? Спасибо вам огромное за творчество и за новые знания. Спасибо, что вы меня пригласили. Мне очень приятно рисовать вот такие картины для вас, поэтому с удовольствием приду снова. Приходите, мы обязательно вас пригласим еще. Ну, а мы прощаемся с вами, увидимся в следующих творческих передачах на ОТВ. Удивительное рядом. Начинайте утро с нами и узнайте много интересного. Позитивного дня и отличного вам настроения. Пока! Пока!